В РИО главы Удмуртии Александр Бричалов сообщил, что бесплатного проезда по Камскому мосту для жителей Камбарского района не будет. Сейчас идет работа над программой лояльности, о которой говорилось ранее. Напавший на 3 отделения банков в Ижевске потратил все деньги на ставках. Злоумышленник признал свою вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Светофор на перекрестке улиц Пушкинской и Лихвинцева появится в начале октября. 11 сентября заканчиваются торги. 10 дней понадобится на заключение договора и 15 дней на установку объекта. «АвтоВАЗ» раскрыл информацию о цветовой гамме планируемых к продаже универсалов «Лада Веста СВ» и «СВ Кросс». Всего на выбор покупателям новинки предложат 10 вариантов окраски кузова. Гандболистки Ижевского университета начали сезон с победы над «Динамо» из Волгограда. Встреча завершилась со счетом 25-23 в пользу студенток. Самой результативной в составе университета стала Наталья Решетникова.